А пока одни прыгали с моста, другие убирали под ним мусор. Место было выбрано не случайно, ведь оно популярно среди отдыхающих, но мусорных баков здесь нет. Мусора много. То есть люди, это такое место, где люди отдыхают. И, конечно, второй шаг – это будет установление здесь баков, чтобы люди все-таки сознательно вложили мусор туда, где он должен быть. Крещенский субботник прошел в рамках акции «Спасем Днепр вместе» и стал ее третьим этапом. Что касается самой акции, которая проходит здесь в рамках «Спасем Днепр вместе», то она уже проходит третий раз. То есть в первый раз мы собрали более 18 тонн мусора. Во второй акции мы зарыбили Днепр. То есть зарыбление прошло на берегу Днепра. Около 20 тысяч рыб было выпущено. Чтобы уборка шла активнее, в нее внесли соревновательный характер. 7 команд по 3 человека боролись за первенство, пытаясь собрать как можно больше мусора. По итогам уборки первое место заняла команда рыбаков. Ее участники убрали 185 килограмм мусора. Все, кто участвовал, получили призы, а вблизи арочного моста установлены мусорные баки.